Кражи имущества различного вида мошенничества, хищение путем использования компьютерной техники по-прежнему остаются основными видами преступлений, которые совершаются в отношении брещан, а именно престарелых. Преступники продолжают изобретать новые способы обмана, а люди остаются по-прежнему доверчивыми. В связи с этим Ленинский РУВД города Бреста проводит специальный комплекс мероприятий. Внимание, возраст. Одна из задач государства в лице органов внутренних дел – это обеспечить безопасность пожилых людей. А также создание этой категории населения таких условий жизни, чтобы они могли достойно, а главное спокойно встретить свою старость. В целях повышения уровня безопасности пожилых людей милиция напоминает: не открывайте дверь, квартиру, дом незнакомым, в том числе тем, кто представляется сотрудниками различных социальных, коммунальных служб. Если вам поступил звонок из банка, ни при каких обстоятельствах никому и никогда не сообщайте информацию о себе, либо о своей банковской платежной карте. Но если вы все-таки стали жертвой преступления, то незамедлительно обратитесь в милицию по месту жительства. Напишите заявление. Безнаказанность только стимулирует злоумышленников к новым действиям. Пострадать могут и другие. Во время рейда сотрудники милиции вместе с социальными работниками посетили по месту жительства одиноко проживающих брещан. Ведь сегодня наше старшее поколение нуждается в повышенном внимании и заботе. В вопросах обеспечения безопасности могут помочь не только дети и внуки. Это зона ответственности и сотрудников милиции. Ведь именно люди в погонах осуществляют визиты к пожилым гражданам, а это эффективный способ напомнить простые правила и, конечно же, предупредить беду. Дверь не открывайте никому, если к вам кто-то заходит, там стучится, представляется какими-то сотрудниками коммунальных служб, там починить что-то, вы никому не открывайте дверь. Если вам кто-то звонит с банков, не сообщайте свои данные, банковские карточки ваши. У вас все это на брошюрках есть, можете прочитать. Я на днях буквально потеряла карточку свою. Но я опомнилась буквально за 40 минут. Я тут же позвонила, мне заблокировали в воскресенье. Тут же. Так что вот теперь, думаю, а то воспользуется кто-нибудь с ними все деньги, которые будут. На территории Ленинского района города Бреста за 7 месяцев текущего года в отношении пожилых граждан совершено 51 преступление. В прошлом году за аналогичный период 49. Очень часто вот пенсионер открывает дверь, допустим, коммунальным службам. Да? Ну да, и вы, допустим, он говорит, покажите счетчик, либо покажите документы. Вы оставляете человека в коридоре, где-то уходите на кухню, либо в комнату брать какие-то документы. А тот, в свою очередь, может воспользоваться тем, что у вас лежат какие-то денежные средства в коридоре, да, либо мобильный телефон, либо еще что-то. То есть вы тем самым подвергаете себя тому, что можете стать жертвой преступника. Сотрудники милиции всегда начеку, поэтому подобные специальные комплексные мероприятия будут проводиться и дальше.